Детей очень много. Дети тут играют. Вот есть баскетбольная, волейбольная площадка. Вот. Ну, скажем так, санаторий не пафосный, да? Все по-простому. Если бы была бы погода, тут отличный пляж песчаный, недалеко. И, в общем-то, да. Но без погоды скучно, особенно вечером. В центре Анапы там набережная хорошая, поющие фонтаны, магазины. А здесь как бы на отшибе грустно. А на территории санатория замечательно. Вчера концерт был отличный.